С начала года в регионе проведено 14 аукционов по продаже земельных участков под бизнес. Всего продано 79 участков общей площадью 31 гектар. В казну перечислено 32 миллиона тенге. Об этом сообщил руководитель профильного ведомства на брифинге по итогам работы за первое полугодие. В очереди на получение участков под строительство индивидуального жилого дома состоят 98 тысяч человек. 60% очередников приходится на долю областного центра. В целом по области с начала года кызылординцам предоставлено 1000 земельных участков. Руководитель ведомства также отметил, что в настоящее время ведутся работы по возврату 4000 гектаров, арендованных Российской Федерацией. Мы ведем работу по возврату 4045 гектаров земель. Они расположены вокруг населенных пунктов Ахай и Турютам, вдоль автомагистрали Западная Европа, Западный Китай. Кроме того, хотим вывести из состояния аренды на баланс компании «Байтерек» 1145 гектаров на территорию взлетных площадок Назарбаевского старта. С российской стороной достигнута договоренность, документы подписаны. Далее они будут предоставлены на рассмотрение межправительственной комиссии для принятия окончательного решения.